прямо. Я все, свободно передвигаться по Российской Федерации. Тихо, не ори, все слышат. Ты какое право трогать ты меня имел, гражданин? Вы вообще не представившийся человек. Откуда у вас оружие? Вы террорист? Да. О! Если сейчас будешь задавать глупые вопросы. Да не глупые, но правда, безобидно. Так вот. Что, занесли, да? А, вон там еще понятого. Беги понятого, снимай, если к нему подойду. Если хочешь. Если что, кричи. Почему вы применяете физическую силу? Да. Вообще не применил. Только что оттолкнули человека. Ну, что, я же сказал, прямо идите. Это что за беззаконие это такое? Давай. Вы кто такой вообще, простите? Оставайтесь кто-нибудь снимать. Снимайте, Аню, дайте ее. Вот, смотри сюда, Александр. Да, смотри. Во-первых, камеру вот туда. Вот я снимаю вокруг себя. Не. Нет, вы что делаете? Гражданин применяет физическую силу. Оп, физическая сила. Хватит. Подожди. Вот смотри. Физическую силу. Сотрудники полиции! Только что применили физическую силу. Можно написать заявление? Иди, пиши, иди. Заявление можно написать? Только что какой-то непонятный человек с оружием. Мы засняли на камеру человеку, ударил меня в лицо. А я хочу на месте его составить. О, видите, бровь не разбил человек. О. Давай я зафиксирую. Так, сейчас идем в травму и снимаем побои. Прокололись вы, ребят. Ваши. Сейчас в травму идем и снимаем побои. Я Аню засниму в машине. Извините, пожалуйста, можно к вам как сотрудникам полиции обратиться? На меня только что было совершено нападение неизвестным мужчиной. Можно его задержать, ну какие-то меры принять? Вон он стоит. Никуда не делся. Ребят, идите кто-нибудь к нему. О, видите, кровь течет. Ну что это такое? Сейчас снимем побои, сходим. Сотрудники давай, полиции, давай. Примите какие-то меры. Я снова прощаюсь. Вы действовать будете? Ой, брать. Надо бы. Какие классные кадры, а? Вот мужчина только что совершил на меня нападение. Применил физическую силу разгона. Да, все это заснято. Все заснято на видео. Я не знаю, о чем ты говоришь. Вот, видите, у него как раз след красный. Кого провоцировать? У меня на камере все зафиксировано. Какой скандал? Вы что?